Уважаемые рязанцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Это праздник, с которым мы всегда связываем надежды на лучшее. И я уверен, что 2024 год будет щедрым на позитивные перемены. И они уже происходят. Я благодарю жителей Рязанской области за созидательную работу, за любовь к родной земле, за отзывчивость и неравнодушие. Все вместе мы сохраняем и укрепляем все лучшее, что есть у нас в экономике и в социальной сфере. И поддержка президента дает огромные возможности для развития. Благодаря его решениям мы продолжим укреплять медицину и образование, культуру и спорт, обустраивать города и поселки, усиливать социальную сферу, поддерживать наших бойцов и семьи военнослужащих, семьи с детьми и всех, кто нуждается в поддержке. Я уверен, что у нас все получится. Рязанская область будет становиться сильнее, а жизней комфортнее. Дорогие друзья, от всей души желаю, чтобы следующий год, год семьи, стал для вас счастливым. И чтобы он стал успешным для всей нашей великой страны и для нашей любимой Рязанской области. Проводите время с родными, заботьтесь о близких. Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всем. С Новым годом!